Добрый день. Хочу вам показать свой, если можно так сказать, эксперимент с рассадой катарантуса. Моя подружка очень любит комнатные цветы. Она купила семена катарантуса, посеяла семена на рассаду и дала мне несколько кустиков рассады. Должны были быть разных расцветок, но оказались, как видите, все розовые, одинаковые. И у нее тоже. То есть продали одной расцветки. Я решила не садить горшки, а так как я ехала на дачу, решила высадить прямо в землю. Рассада выжила, и видите, получились очень красивые такие, смотрите на листики, прямо сочные восковые листики. И они у меня уже цветут почти месяц, начали цвести по одному цветочку, теперь выпустили уже 2-3 отросточка, такие пышные, красивые стали. Видно, им очень нравится. Рядом растут у меня майоры, тоже очень красивые. Ну, в основном, конечно, я хотела вам показать катарантусы. Осенью я, конечно, их всех пересажу в горшки. И они тоже будут меня радовать и осень, и зиму цвести, так как у меня уже были, правда, были беленькие катарантусы. Но листики, когда в комнате они росли, листики были такие жиденькие, тоненькие. Не такие, как вот здесь на природе. Так что можете смело на лето высаживать цветы комнатные на даче. Или если у вас возле дома есть участочек земли, чтобы любовались не только вы ими, а и другие. Заходите на мой канал. Смотрите мои ролики, пишите пожелания, замечания. До встречи на моем канале.